Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим рюкзак Assaul 2. Выполнен он из ткани Cora Dura в расцветке олива. На передней части мы видим стропы системы Molle для крепления подсумков, небольшие вставки Velcro для того, чтобы можно было прикрепить какие-нибудь патчи. И сразу здесь два отделения, два кармана. Основной, большой на передней панели. Внутри он проклеен водоотталкивающей мембраной. Здесь можно увидеть, что он как бы разделен на две половины. Есть два дополнительных отделения. Здесь отделение. Карман, который закрепляется при помощи строп Velcro. Здесь можно зацепить какой-нибудь предмет, например, рацию. Отделение под ручки, под телефон или какой-нибудь блокнотик небольшой. Сюда можно положить, например, планшет. Еще один карман на молнии застегивается. Верхний карман тоже разделен как бы на две половины. Такие два полукруга. Расстегивается. И внутри в нем встроен в каждом из карманов дополнительный отсек. Боковая часть утягивается при помощи стропы с фастексом. Здесь мы видим систему Molle и карман на молнии сбоку. Он есть как с одной стороны, так и с другой стороны рюкзака. Здесь то же самое. Карманы тоже изнутри проклеены водоотталкивающей мембраной. Дно рюкзака не утягивается. На нем есть два отверстия для слива воды. У рюкзака мягкие тонкие лямки, грудная перемычка с фастексом. Лямки самого рюкзака тоже отстегиваются при помощи фастекса и регулируются под любой размер. Спина с мягкими вставками, снизу отверстие для слива воды и в заднем отделении у спины есть карман. Такой вот карман. В него можно тоже что-то положить, либо, к примеру, положить и убрать в него наши лямки, если они нам не нужны. И можно использовать рюкзак как сумку при помощи ручки для переноски. Встроенную пластину в спину можно вытащить. Можете увидеть, внутри жесткая пластина. Дополнительно хотел сказать, что тут присутствует клапан для вывода питьевой системы. Но есть одно «но». Отверстие для него придется вам проделать самостоятельно. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До свидания.